Как ты нашла это место? Я много плавала в океане. У отца была собственная лодка, и я научилась ей управлять еще в детстве. Всегда хотелось иметь такое место, куда можно сбежать. Забыть о плохом, освежиться. И, честно говоря, это место меня пугает. Попробую позвонить им. Хорошая идея, Гарри. Я выпил 3 кровавых Мэри, и это чистая магия. Что? Но ведь... Они такие крепкие. Мне сейчас так хорошо. Слушай, нам не стоит разделяться. Пойдем со мной. Хорошо. Вставай. Нет, оставь. Ладно. Пойдем. Встретили уже своего адвоката? Или врача? Или кого ваши родители уже выбрали? Они не ровня. Тебе? Тебе. Тебе правда нравится такая жизнь? Ты одна и никого рядом. Свет выключен. Ты уже засыпаешь. О чем ты мечтаешь? Мечтают только дети. Ты так не думаешь. Тебя так воспитали. Сэр. Ты чего такой нервный? Вовсе нет. Да, конечно. Драться умеешь? Драться? Угу. Чтобы попасть в больницу? Или за решетку, сэр? Ни за что. Тогда как ты сможешь ее защитить? Ну, в суде смогу. Это считается? Давай, только без глупостей. Все, поехали. Куда ж вы?